Привет и добро пожаловать на канал Inform TV. Юрий Стоянов получил свою известность благодаря многолетнему участию в телепрограмме «Городок». Признание зрителей пришло к нему довольно поздно. Личная жизнь артиста тоже складывалась непросто. Сейчас известному актеру уже 63 года. Он – отец троих детей, но, к сожалению, старшие сыновья не поддерживают с ним никаких отношений. Почему же так случилось? Давайте разбираться. Первой женой Стоянова была Ольга Синельченко. У супругов за время брака родилось двое сыновей. Старшего они назвали Николай, а младшего – Алексей. Но семейное счастье длилось недолго. Вскоре Юрий влюбился в Марину Венскую. Ольга узнала об измене супруга и тут же от него ушла, забрав с собой детей. Она переехала в Москву и запретила мужу встречаться с сыновьями. Спустя некоторое время Синельченко вышла замуж за известного профессора Максима Хлопова. В результате ее дети получили не только фамилию их нового отчима, но и отчество. Даже во взрослом возрасте Николай и Алексей решили не менять свои паспортные данные. Они считают отцом того, кто их воспитал, а с Юрием сыновья по-прежнему не встречаются. Тем временем Ольга с мужем переехали во Францию, а Николай остался в Москве. Он окончил МГУ и сейчас занимается бизнесом, сотрудничая с британской компанией. Алексей также живет в российской столице. Получив высшее образование в МГУ, он недолго работал в телевизионной сфере, а теперь занялся организацией горных походов возле города Сочи. Но вернемся к Стоянову. Второй его супругой стала Марина Венская, с которой он закрутил роман еще во время первого брака. В моменты их первых встреч она работала театральным редактором. Их брак продлился 11 лет, пока в 95-м супруги не разошлись. Марина не захотела Юрию рожать, а он очень хотел детей. После второго развода уже известный актер познакомился с Еленой. Эта женщина была представителем компании, которая оказывала финансовую поддержку телепрограмме Стоянова. Вскоре пара сыграла свадьбу. У Елены уже были две дочери от предыдущего брака. Стоянов стал к ним относиться как к родным, а в 2003 году у супругов родилась третья девочка, которую назвали Катей. Юрий был очень рад ребенку, несмотря на то, что ему тогда было уже 46 лет. Актер до сих пор жалеет, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с сыновьями от первого брака. Он чувствует свою вину, но при этом о разводе с Ольгой не жалеет. Говорит, что между ними на тот момент любви уже никакой не было. Сегодня артист активно продолжает свою творческую деятельность. Его часто приглашают на главные роли в кино. Он настолько востребованный актер, что в этом году свой день рождения провел на съемочной площадке. Пожелаем Юрию всего самого хорошего и чтобы сыновья все-таки к нему вернулись. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!